Микрофон или с микрофоном лучше? Не, Миша, возьми микрофон. Блин. Давайте мы скажем так, три поинта. Первый поинт по поводу детей. Пошел ты нахуй. Наши дети ни в коем случае не сад. Готов убить их, блин. Микрофон, говорит. Без них совсем было бы нехорошо. Это первое. Второе. Сейчас появилось на самом деле четвертое, блядь. Олег, идите нахуй. Второе. Это... Третье. Второе, это за нас, за мужиков на самом деле. В общем-то, вы знаете, что все хорошо здесь у нас. У кого здесь плохо? Плохо, у кого? Нет, нет, все хорошо. У меня пока плохо. Да, нет, это я тоже хорошо молчу. Да. Вот. У нас все хорошо, это второе. А хорошо у нас на самом деле по третьему пункту, потому что вот Лилька, родная моя, красивая, такой тебя видел на самом деле. Ну, я тебя постоянно такой красивой вижу. Но самый красивый я тебя видел сегодня, вижу на самом деле. Чудесная женщина, обалденная совершенно. Женщина. Перед этим я ее видел, на самом деле, чуть менее красивой, когда она ко мне пришла. На самом деле, я буду возражать. Как мне нравится, я буду говорить. Да если я наслушаюсь, вы мне микрофон хрен заберете. Лиленька, сладкая она. Я закончу очень быстро. Лилюшенька, любимая, я тебя поздравляю. Поверишь, что эти 50 цифр на самом деле вообще какая-то религия. Все, нет такой цифры. Красивая женщина, которую я люблю всей душой, которую я знаю и искренне, абсолютно не верю в то, что такие могут быть. Кроме этого, пятый поинт, это я потом лично с твоими родителями выпью. Ребят, вот так вот вам, ребят. Да, это я наш младший ее. Так, между прочим. Я на самом деле нет. Я пьяненький, конечно, не могу. Я страшно рад, что я с вами познакомился через ваших детей. Потому что ваши дети сначала, в общем-то, были моими знакомыми, от которых я даже младшие охуеваю до сих пор. Вот. А оказалось, в принципе, что у них есть причина быть такими, такими классными. Это ваши родители. Так вот, за два это поднимите, налейте, я долго уже мозги компостирую и так далее. Я могу еще говорить полчаса, я просто свой голос слушаю. Что вы думаете мне? У меня лучший голос. За первое, за Лильку, блин, еще раз по полтинник. Какой бы он ни был, все равно есть полтинник, которого не видно, это раз. За родителей это два, потому что я потом перед уходом просто с ними выпью на бурдершафт, если они согласятся. Гайков, а мне слово охуеваю, стоило всего не два тоста. Раздели. Вот и все. Уже за слово охуеваю может... Дорожай, с вами Гайков, давно вопрос. Леночка. Леночка. Спасибо. Вы знаете, ребята, самое страшное в этой жизни, что в нашей КСПшной компании колоссальное количество пар.